Всем привет! Озеро Комо лежит в регионе Ломбардия на севере Италии. Это элитная курортная зона с живописной природой, расположенная у подножия Альпийских гор. Озеро имеет форму перевернутой буквы «У». На пересечении рукавов озера стоит курортный город Пиладжо. У юго-западного побережья расположен город Комо, известный своей архитектурной эпохи Возрождения. Озеро Комо – третье по величине озеро Италии, длина 47 километров, ширина до 4 километров, одно из самых глубоких в Европе – до 410 метров. Расположено в 40 километрах к северу от Милана на высоте 199 метров в оправе из известняковых и гранитных гор высотой до 600 метров с юга и до 2400 метров с севера. Состоит из трех рукавов длиной от 26 километров. Питается рекой Ада. Берет название от прибрежного города Комо. На озере развиты рыболовство, разведение форелей, сига, карпа, а также судоходство и туризм. Традиционные занятия прибрежных обитателей – шелководство и шелкопрядие. Ja, da kann man offenbar auch besichtigen, da ist ein Haufen Leute, schau. Eintritt. Ja, das ist auch für mich. Du und Villa, das geht jetzt nicht mehr.
Isola Comacina, Scalo dell'Isola Comacina, Isola Comacina.